Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Наркокурьер. Эрл Стоун – одинокий старик. Его частный бизнес находится на грани разорения. Отношения с женой не ладятся. А дети, кажется, давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают не пыльную, но прибыльную работенку – просто водить машину. Стоун соглашается и вскоре обнаруживает, что стал наркокурьером мексиканского картеля. Форсаж 8. Пристегните ремни. Гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк. Для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Малыш на драйве. Молодой парень по прозвищу Малыш обожает сильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Али Рули. Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум в жизни пятизвездочный рейтинг положения. Ирландец. История о Фрэнке Ширине по прозвищу Ирландец, которому приписывают убийство 25 гангстеров, включая самого Джимми Хоффу. «Форд против Феррари». Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрола Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог бы конкурировать с Феррари на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х. «Зеленая книга». Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант, нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони Болтун – вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами. Зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих. Таксист 1976 года. Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся в собственном дыму, вавилонские башни небоскребов – все это одного времени – Нью-Йорк. Ветеран Вьетнамской войны Трэвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов. Как ветхозаветный пророк, он надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь, который очистит Нью-Йорк от вековой грязи, а когда умирает надежда, остается только ненависть. Огненный ливень обрушится на головы грешников. Таксист позаботится об этом. Сенна. Документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1, о великом спортсмене и человеке, который мог творить настоящие чудеса на гоночных трассах и оставаться при этом человеком с большой буквы. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!